Всем привет! В прошлом видео «Разметка картины с проектора» я рассказывал и показывал, как быстро перенести эскиз на холст. Если вы его не видели, советую посмотреть. В этом видео я расскажу, какие материалы я использовал для того, чтобы покрасить сделанный набросок. Сам набросок я сделал пастельным мелком «Невская палитра» желтого цвета. Она хорошо ложится на покрашенный подготовленный холст. Также я ее использую, когда переношу рисунок на стену в помещениях. Дальше я взял кисть и акриловую черную краску на водной основе и покрасил все темные места, как на эскизе. Затем взял аэрозольную краску в баллоне MTN Waterbase серого цвета и покрасил серые места, как на референсе. К слову, я не придерживаюсь референса на все 100%, так как в данном случае нет необходимости. Референс мне скорее нужен для понимания светотени. То же самое я сделал с светлыми местами на моей картине. Я всегда двигаюсь от темного к светлому, но это не обязательно, делайте как удобнее вам. Как вы могли заметить, я вытираю излишки краски дном баллона, чтобы создать эффект потертости. Я всегда двигаюсь от грубой работы к более мягкой и точной, поэтому после баллонов начинаю работать аэрографом. Им удобно делать тонкие линии и контролировать переходы. Для работы с аэрографом я использую специальное лекало, которое я сделал сам. Если вам интересно узнать аэрографию больше, напишите свои вопросы в комментариях. В самом конце я взял мелкую кисть номер 4 и добавил белым акрилом бликов, где посчитал нужным, чтобы картинка стала более живой. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, с радостью на них отвечу.